Чтобы найти видео на нашем канале, нужно зайти на главную страничку нашего канала и в строке «Поиск» вбить нужное вам слово. И YouTube покажет все видео на данную тематику, которые есть у нас на канале. Также это можно сделать на главной странице YouTube. Только в поиске перед нужным вам словом набираем слово «Бровченко». И YouTube покажет видео нашего канала. Единственное, обратите внимание, чтобы видео было именно на нашем канале. Чтобы было написано под видео «Семья Бровченко». Ребят, всем привет! Как и обещали, сейчас мы в нашу комнату, в мою комнату будем устанавливать замок с ручками. Причину установки я уже объяснила в предыдущем видео, которое получилось очень увлекательное. О замке тоже с ручками. Тимофей принес инструменты. Устанавливать мы будем с Тимофеем вместе. Ну, больше Тимофей будет устанавливать, я ему буду помогать и снимать его буду. Так что он приготовил все инструменты. Приготовили мы замок с ручками. Единственное, что мы хотели во все комнаты поставить вот такие ручки. Полностью гладкие. Во все комнаты мы купили. А чтобы вот это сюда заменить, это много мороки. И вот это шапочки, это без шапочки. Здесь снимать придется. Короче, решили мы этого не делать, не снимать ничего, оставить такие ручки. У меня ручки с углублениями. Почему мы не хотели с углублением? Они красивее, конечно, чем вот эти гладенькие. Потому что эти углубления будут пачкаться. Их сложнее мыть ручки такие, чем без углублений. Чем вот такие гладенькие. Поэтому изначально, конечно, мы планировали вот такие ручки во все комнаты. Но ничего, будет у меня отличаться немножко. Так что буду просто здесь тогда какой-нибудь щеточкой мыть. Вот. Ну что, поехали. Я помощник Тимофея. У нас должен быть получиться вот такой замочек. Вот так он должен выглядеть красиво. Мы по Ютубу посмотрели с ним, как делать, как вставлять такие замки, как врезать. В принципе, ничего сложного нету. Поэтому я надеюсь, что мы с ним справимся. И это будет наша первая в жизни установка замка. Но это больше Тимофей будет устанавливать. Поэтому, если у него получится, респект ему просто огромнейший. Пожелайте нам хорошо сделать нашу работу. Пожелайте Тимофею мудрости и ловкости. И чтобы мы успешно это все дело установили. Первое, что нужно делать, это отметить метр от пола. От пола. Вот здесь у нас будет стоять, ручка здесь находиться будет. Набираем семью Бровченко, открываем гайд, как установить замок. Что? У нас нет такого видео. Ну, будет. А, точно. Точно. Короче, надо открыть видео, как установить замок. Что Тимофей успешно и делает. Длину ребра двери делим напополам и отмечаем центр. Ты делаешь? Да, я делаю. Совместно установка. Папа, ну убери руку. Я не вижу здесь. Давай. Нет, чуть-чуть. Вот так. Да? Мне кажется, слишком... Вот так. Это мы с тобой всю жизнь будем вспоминать. Пододвинь туда. Сверху пододвинь. Тихо. Давай, еще. Все, давай. Ты еще более скрупулезный, чем я. Да. Так. Теперь примерно. Теперь так и прикручиваем его сейчас. Да, давай. А как ты прикрутишь там? Мешает. Мешает. А я его паху такой еще возьму. Так. Оно его уже само здесь снизу выровняет. Сверху можно будет выровнять. И шаг. О, все. Все, можно отпускать. Все, по центру. Ура! Ну, слушай, там не чувствуется, что там полость внутри. Ты закручиваешь, как будто бы в дерево. Нет. Ну, вот тут ты закручивал, как будто бы в дерево. Вкручивается. Ты идеально ровно стараешься. А ты чего хотела? Смотрите, какие мы с Тимофеем супермастера. Вот так нужно ставить двери. Смотрите, смотрите. Вот там здесь не видно, но ты говори, озвучивай. Вот здесь у нас, короче, 1 сантиметр, 1 миллиметр. А вот сверху у нас 9... И 8 где-то миллиметра. А, на всего на 2 миллиметра, да, разница? На полтора. Ну что, оставляем? Да я думаю. Или переделаем? Ну да, давай оставим. Полтора миллиметра, короче, мы не угадали. Но с учетом того, с поблажкой того, что это первый наш опыт, это неплохо. Мы смотри, какую с тобой работу проделали. Кто может вот такую работу без взрослого мужчины проделать? Мы с тобой специалисты. Все, дверь почти за замок. Смотрите, снизу вниз. Вот, что, вот те, кто не понимает, что мы сейчас делаем, просто такие... Да, и как чё это будет? Что они делают? Чё? А чё, правильно, вот здесь замок, вот так закрываешь, всё правильно. Чик-чик, сейчас будем дверь, короче, долбить мы. Какую дверь? Стена. Ой, стену долбить будем. Всё правильно мы делаем, смотрите. Всё, пойдём. Мы почти установили замок. Теперь надо маме тебе снять, я тебя буду снимать. Теперь работа для взрослых. Да, вообще. Детей к ножу не подпускаем. 100%.
нам нужно вот так сделать. Главное дальше не пойти. Как я знаешь, как это делать надо? Как я аккуратно ты это... Ты делаешь, да, чуть... А теперь с другой стороны делаешь. Да-да, а, все поняла. Да, вот точно, видишь, видите, как хорошо, что мы вдвоем устанавливаем дверь, а не одна. А ты сильно не делал, вот так вот достаточно. Все. Главное контур вырезать. Так, надо меньше сделать. Ножка. Здесь точно... А теперь работа для мужчин! Это? Шуруповерт и стамеска! Все, теперь мужская чисто работа. Стамеску в руки, молоточек в руки и пошел долбить нашу дверь. Новую, красивую. Он в ней дырку просто долбит. Слушай, посмотри, что здесь происходит. Смотри. Не пойди. Мне кажется, давай реноватором чуть прорежем. Да не, хорошо идет, смотри. А ты, мы прорезали, да? Да, мы же. А, как раз вот хорошо. Короче, чтобы не рисковать и ножиком не уйти в сторону куда-то, мы снова прикрутили замочек. Сейчас аккуратненько пройдемся поглубже. Вот здесь, чтобы... Короче, хорошо все правильно сделать, чтобы дверь мне не порвать в сторону. Бедная моя многострадальная дверь. С горем пополам, сообща, общими усилиями. Правда, Тимофей поработал намного больше, почти все сделал. Я так буквально чуть-чуточку там помогла. Если в процентном соотношении, может, 3% я сделала. Тёма 97. Сделали мы это углубление. Тимофей уже провел линию посерединке. Но, видите, очень неровно сделаны края. Очень неровно. Опыта у нас нет. И дверь, да, такая, что она отламывается, она не деревянная. Ну, короче, как-то буду потом красиво заделывать это все дело. Может, этим герметиком белым вокруг замка заделаю, чтобы не было прям видно вот этого всего. Посмотрим, что будем делать. Начинаем второй процесс, второй этап. Как у нас красиво в комнате. Просто. Какой я чистый. Ага, и ты какой чистый. Ну что ж, этап с лепестком закончен. Теперь нужно вот это все выровнять. Убрать все лишнее. Немножечко сделали ниже. Но надеемся, что будет здесь куда зацепиться шурупу. Ничего, первый блин комом. А потом как пойдем. Давай. Грейвером. Давай, давай. А ты шлифовать будешь? Так, может, сначала стамеской вырубить все это? Нет, я вот так пойду и вниз вот так. А, ну сможет так взять? А, сюда, оно же длинное. Во-первых, длинное, во-вторых, мне кажется, стамеской лучше выдолбить, да, вот эти все края, а потом только зачистим. Так, ну что? Так, а как ты работал вообще? Неудобно здесь. А, как здесь можно работать? Нереально тебе респект, Тимофей. Я вообще не могу работать. Давай я здесь попробую. Здесь самое легче. Мне кажется, тут... Когда бы еще в руки стамеску взяла, ребята. Так. Ага, это все попадает. Как здесь можно работать? Объясни. Короче, начинали мы с Тёмой делать, заканчивает папа. Нашел время сделать мне дверь. Тёма уехал в лагерь. Сама я, ну, не знаю, пробовала бы справиться, но у меня руки никак не доходят по состоянию здоровья. И вот Боря решил сегодня доделать, так что не получилось у нас с вами снять видео до конца, как мы с Тёмой ставили замок. Получилось, как мы с Тёмой начинали ставить, и закончил папа в результате. Ну что, высверливали дальше дырку реноватором, как я и планировала, потому что этим зубило или как оно? Стамеска. Стамеска и ужасно, но соскальзывает все. А реноватором самое то. Вообще красота. Дальше рисуем дырочки, где что будет. И нужно будет их вырезать. Сразу видно, кто взялся за работу. Не ребенок с мамой, а муж. Сразу раз, два, и все сделано. Что тут говорить? Мы бы делали пару дней это с Тёмой. Вот так вот, ребят, что значит мужчина в доме. Ну и последний этап — установка двери. Красота. А что он так криво стоит? Борь. Это мы так вырезали или это ты так прикрутил? Криво стоит очень. Кто, очень вот криво, это? Да. Можешь его выровнять, очень некрасиво. Выровняем стоит криво. Ниже.
Стены. Видишь, какой у меня этот? Видишь, какой у меня зрительный этот? Я зачастую, Боря меня зовет, говорит, Таня, а ну-ка посмотри своим глазом рулеткой. Ровно, криво. Я такая, раз и сразу. Как это называется? Кто я этот? Уровень, уровень. Ходячий уровень. Вот эту вот закрутишь? Да. Сейчас, да. Ура, все сделано. Так. Не прошло и полгода. Да, не прошло и полгода. Первая дверь почти готова. Ну, отлично закрывается. То, что надо. Здесь еще все закроется, будет все красивенько. Спасибо тебе. Пожалуйста. Все. На этом можно видео заканчивать. Вы в нем увидели, как мучились мы, и как быстро и классно с этой работой справился наш папа. Я хочу на Давай, завод. Закрывай. Только ключики дай. Так, вот это ногами мне точно не надо пачкать. Просто закрывай. Все. А сейчас папа нас откроет, смотри. Нет, смотри. Не, не ломай. Ку-ку. Папа, зачем ты? О, ключики твои. Ключики будут только у меня и у папы. Эй. У меня и у папы. Ну почему тут очень много одинаковых? Ну это просто много дается. Один папе дам, один мне останется. Вдруг один потеряется запасной. Да. Еще один запасные. Не так много-много-много-много. Ага. Все, говори всем пока. 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 До новых видео, ребят.